Дорогие друзья, 16 марта у нас будет с вами уникальная возможность объяснить этому бесполезному парламенту несколько простых вещей. Мы им объясним, этой черной полусотне, что они меньшинство. Мы объясним, что когда меньшинство правит большинством, это не демократия, это преступление. Мы объясним, что когда у людей забирают гражданские и социальные права, когда у них забирают свободу, то это преступление, которое не имеет срока давности. Они, конечно, этого не поймут. Они не поймут этого и через неделю, потому что они тупые и бессовестные. Потому что они алчные, жестокие и трусливые. Но если есть те, кто их любит, кто их уважает, кто их ценит, пусть объяснит им, чтобы они уходили домой. У них ничего не получилось. Может быть, у них дома что-нибудь получится. Поколения наших предков взирают на нас с этих небес, наши прадеды и деды, и желают они нам только одного – победы. Сколько жертв, сколько усилий было затрачено только на то, чтобы мы с вами жили. И сейчас нам, к огромному сожалению, выпало тяжелое испытание во имя торжества нынешних поколений, будущих поколений. Остаться самим собой, самими собой, со своими принципами, со своей совестью. Спустя многие-многие годы нам предстоит нам вновь доказать, что есть вещи, которые не продаются. Дети не продаются, родители не продаются, родина не продается, не продается честь и свобода. И мы справимся с этим испытанием. Слава Молдове!